Всем привет, друзья, меня зовут МЖ Рамон, и добро пожаловать в Чумовую Пятницу! Вот крафт-шоу сегодня пятница, а это означает, что мы продолжаем играть в игры, в которых есть изюм. Вы посмотрите на эту машину, разве она не изюмительна? А еще со мной изюмительный человек на связи, и в команде, конечно же, это Турбо. Всем привет, друзья! Привет! Мы, ребят, в полном восторге от того, что здесь сейчас происходит. Вот, мне прислали ключики на Rocket League, спасибо большое разработчикам. И для тех, кто не в курсе, когда-то давным-давно они создали игру, которая просто название было Super Sonic Rocket Cars Battle Cars with что-то там, короче, полная жесть была. И ты это запомнил? Господи. Я примерно помню. И также они являются разработчиками игры, которая называется Nosgod. Я думаю, многие слышали про нее. Rocket League. Грубо говоря, это переиздание той самой первой игры. Студия называется Psyonix. Все вспомнил. Профессионал, ё-моё. И это... Вот, знаете, язык не поворачивается, но это правда. Это офигенная киберспортивная игра, где вы на машинках с шапками... Пинаете огромный мяч. Звучит странно, да, поэтому это игра в ЧП, но играется просто ураганно. Ну, это так аркадно и красочно. Ух. Классно. Ну. Аркадно, но киберспортивно, согласись, они нашли золотую середину, где все на скиллах замешано. Тут исключительно, ребята, скилл. Здесь нельзя pay-to-win-ить или еще что-то. Здесь много всего. Давайте мы сразу с вами сначала зайдем в кастомизацию для начала, потому что это, естественно, первое, что вы делаете в таких играх, уходите в кастомизацию. А потом уже с вами посмотрим на сам геймплей. Гараж. Итак, вы потихоньку открываете себе машину. Мне осталось открыть всего две тачки. Кстати говоря, я не знаю, как там турбо. И пока мы ждали, когда запустятся онлайн-сервера, я уже заработал себе 7-й левел. Турбо, у тебя какой? У меня сейчас почти 6-й. Я... Он чуть позже, да, он чуть позже к нам присоединился. Мы будем играть 2 на 2, а режим вот каждый из... Мы про это тоже опять же чуть попозже поговорим, про режимы. Итак, кастомизация. Вы постепенно открываете себе с прокачкой уровня различные машины, которые выглядят довольно интересно, но на поле я, ребят, не увидел никакой разницы. То есть по скорости, по маневренности, они, в принципе, все одинаковые. Но я катаюсь на паладине, это такой бэтмобиль крутой, и мне очень нравится. Я его выбрал. Также вы открываете себе различные декали, но они доступны для разных машин. То есть есть здесь стартовые. Вот давайте мы выберем, например, Breakout, да? Слушай, что-то... А, вот раскраска, колеса различные вы можете здесь менять. Здесь, ну, их не так, чтобы много, но игра, ребят, отрелизилась буквально вот с 7 на 8 июля. Для нас это почти что вчера. И я думаю, что разработчики добавят еще кучу всего. Также здесь ракетный след, вот такой вот. Я открыл себе ионный след. Он выглядит, знаешь как? Знаешь, что мне это напоминает? No. В Троне, помнишь, мотоциклы катались, и за ними след такой оставался. Вот похоже очень, прикольно выглядит. Я тебе просто могу сказать, что тебя ждет дальше. Я просто уже открыл себе конфетти, и это... Это ад. Не, я себе ионный след оставлю. Шапочки, конечно, шапок не так много, но я уверен, они будут появляться. И возможно, здесь появится фри-ту-плейный такой магазинчик. Фри-ту-плейный. Игра стоит 13 баксов, какой-то нафиг фри-ту-плейный. Но мне кажется, добавится какой-то DLC с шапками. Знаешь, вот что-то такое. Вот. Да и не одно, просто тут их будут, наверное, штамповать пачками. А есть флаги, и да, и российские, и украинские флаги есть, и белорусские, по-моему, здесь я видел. В общем, и румынские, так что нормально, ребят. Нас помнят, нас знают, нас учитывают. Это хорошо. И я все-таки выберу себе... А, вот декали я не показал, потому что не на каждую машину их можно применять. Давайте... Вот, ну, вот доступные декали, то есть вот так вот это все выглядит. То есть ничего сверхъестественного, да? Плюс раскраска. Вы выбираете примерный цвет для синей команды, вторичный цвет. И примерный цвет для красной команды, оранжевый, вернее, и вторичный цвет. Также тип окраски вы можете менять. Постепенно вы тоже это все открываете. У меня пока открыто глосси. Semi-gloss — это чуть-чуть более матовый такой цвет. Там, скорее всего, хром потом в дальнейшем какой-нибудь будет. Или еще что-то типа того. Но... Причем такой вырвиглазный. Не, вырвиглазного здесь не будет, мне кажется. Да, придумайте что-нибудь блестящее.
Может быть. Ну, вот такая вот кастомизация, она довольно простенькая, но она есть, и это уже здорово. И также здесь есть, давайте пока, прежде чем мы отправимся с вами в матч, здесь есть тренировки, которые я настоятельно всем вначале рекомендую пройти, чтобы вы поняли, как управлять машиной. Управление здесь очень простое, но вкупе, как там в Хардстоуне? Easy to learn, hard to master. Вот, вот примерно вот так вот это звучит. Примерно то же самое правило применяется здесь. Легко понять, трудно стать профессионалом, мастером в этой игре. И также здесь есть только сингловый режим сезона. Я сейчас вот допрохожу, у меня остался последняя неделя сезона. Я, как вы видите, справа на первом месте. У меня команда называется Mafia Boys. И у меня 7 побед, 1 поражение здесь было. Плюс также есть Exhibition, это где вы можете самостоятельно создать себе партийку и погонять просто с ботами в режимах. Вот пора поговорить про режимы. 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 и 4 на 4. Если мы зайдем в Play Online и поищем матч, вы увидите, что эти режимы... Вот я пытаюсь переключаться. Дуэль называется, потом Doubles. Стандарт здесь считается 3 на 3, и хаос, это где 4 на 4. Я совершенно согласен с таким представлением игры, потому что 3 на 3 здесь это самая, вот самая реально оптимальная тактика игры, да, здесь отлично раскрывается, когда ты играешь 3 на 3. Кто-то в защите, кто-то в нападении, кто-то на центре, такой универсальный игрок, может помогать и тому, и другому, допустим. Но, учитывая то, как мы сейчас играем, все люди, да, сейчас все, в принципе, нубы, кроме тех, кто целыми днями засиживается в игре. Так что здесь в основном все толпой бегают за мячом и пытаются забить. Вот, вот так примерно. Идеальная тактика. Замечательная. Ну а мы с вами, ребята, отправляемся в онлайн. Мы сразу же к черту ботов. Мы идем играть с живыми людьми. Заметно, что игра делается с заделом на киберспорт, что хотят проводить чемпионаты, турниры и... Я бы даже принимать удовольствие, знаете, это вы осторожнее с приемом различных удовольствий. Вот, посмотрим, как это будет, но игра уже крутая, только вышла, уже мы считаем, что она мега крутая, и мы с вами отправляемся в даблы, и сервера как раз прямо сейчас отключаются, ты представляешь, что... Goddammit, no, вот только господа. Что при мне сервера выпали. Мы, ребят, прождали где-то часа 2, а то и больше, наверное, когда сервера поднимутся. И дождались. Ничего, мы дождемся еще раз. Мы, походу, да. Но мы все равно с вами там встретимся рано или поздно. Для вас через мгновение. Мы сделали это, ребята, спустя 2 часа, я вам серьезно говорю, мы пошли в ранкет. Ребят, это ранговые бой-битвы. Турбо, тащи. Все, мы готовы, мы погнали. А ты регионы? А, сервер ЕУ. ЕУ, да, все нормально. Ближе, я ранкет матч, ты ближе, давай. Ну. Все, погнали, давай! Кооперация плохая! Погоди, ты за мной, что ли, проскочил? Да, я ехал за тобой. Давай, нормально. Надо выбить его. Все. Угу. Что за звук какой-то? Что за Индия тут играет? Ты слышишь? Помнишь, я говорил, что я собрал цветочки. Так вот. А, это твои цветочки там типа индийскую музыку врубают. Я выбиваю на центр, давай. Я не успею. Мы с Турбо. Высоко прыгнул. Мы с Турбо уже успели поиграть, прошли лигу в сингле. Один раз у нас даже получилось. В анранкеде поиграть с живыми людьми. И мы даже выиграли. Мы начали сначала всасывать 3-0. Потом взяли, собрались и выиграли 6-5. Ну, у нас был счет 5-5. Нам потом овертайм дали, да? И Рамон заточил. Рамон, у нас проблема. Нам нужна скорость. Сейчас я выбью одного. А, не попал. Нормально. Интус херов. Ты меня отвлекаешь. Чувак. Гол почти. Все в порядке. Порядок. Вот, ребят, и... я сначала хотел сделать между этой игрой. Смотри, и вступлением. Забей, рассказывать, играй, да? Хватит. Не, ну надо забивать. Это же эмоции. Я выбил. Я далеко. Черт, у меня чуть-чуть подлагивает игра, кстати. Я начал писать и чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Надо бы понизить настройки, пожалуй. Но не сейчас. Рамон, мы 1-0 проигрываем. Нет, не проигрываем! Они затупили! Поехали!
Тащи, 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 тащи. Сможешь? Да, я держу на себе второго. Я его отвлекаю. Слушай, они не так хорошо играют, как кажется. Ну, в прошлом играли лучше. Да, тебе там вообще, короче, тащили конкретно. Или, может быть, мы начали хорошо играть? Выбивай на центр, тебя на центр выбил. Ну же, ну же, турбо. Ню! Я к тебе туда прям выбил. Выхожу опять на это, на атакующую позицию. Выбивай на центр. Ты сможешь. И должен успеть. Ты промахнулся, турбо! Он отскочил от этого, от зеркала. Оу, шит, проблема. Я с альтухами, с альтухами добираемся, с альтухами добираемся. Чем угодно добираемся. Я выбиваю. Клея гол, все нормально. Слушай, ты что делаешь? Я... Зачем ты в меня влетаешь? Это же гол, давай. Нет, в какую сторону ты ударил? Что ты делаешь? Я меч бил, а ты просто въехал мне в спину. Неправда. Или правда? Это правда, ты сказал, что ты лагаешь. Давай, давай. Фу, наконец-то. Слушай, такая путная игра, что происходит вообще? Смотри, такая, ать. Ну, ты гениально в шестерочку сейчас загнал, молодец. Ну. Короче, ребят, я хотел сделать... Ух ты ж, ё-моё! Ты... Вообще! Ты внезапно начал тащить. В прошлой игре реально, ну, турбо не врет. Вот, как бы, не соврал. Тащил. Я 6 голов там забил. Да. Все 6. Но сейчас турбо просто шикарен. Ты великолепен, брат. Все. Шикарно, бро. Короче, я все никак не договорю. Хотел сделать вставочку, где хотел пока... Так тяжело вообще объяснять что-то. Я сейчас концентрируюсь на происходящем просто, ребят. Показать управление, но кому оно надо? Давай, тащи. Выбивая вперед, опять сейчас выбью на центр мяч. Окей. Только так, чтобы он не прыгал. Не, Хорош! Ну нормально, я отвлекал их на себя. Я же не говорю, хет-трик это, три гола. Точно, да, хет-трик. Да. Смотри, какая красота, а? Я на себя там такой, типа, я Гудини. Да вообще. 3-0 в ранкинге. Слушай, мы... Короче, ребят, кое-что вам объясню. Помните, я говорил, что игра делалась за делом на киберспорт? Так вот, ESL, я думаю, многие знают про ESL, официально объявили, что будут проводить чемпионаты по Rocket League. И мы с Турбо решили, почему бы и нет. Я не смог. Да ладно, 3-1. Главное принять этот гол как вызов. Как прошлые 5 матчей. Вот, и... Давай, ты ближе. Мы пойдем на турнир. Я шучу. Мы не пойдем на турнир. Да почему? Пойдем. Смотри. Давай, он твой. Ну! Я не попал. Еще я мне в задницу въехал. Они там, наверное, думают, вот лошпиндяй. Так, не, это гол. Ты красавелла, парень, ты красавелла, все. Ребят, меня преследует мое проклятие болтуна. Нормально, все хорошо. Здесь много эмоций. Ну, я короче, как обычно, Space Created, вот ей-богу. О, расскажи это в прошлом матче, ты там забивал. Ну, я там молчал, я там не писал, понимаешь, поэтому я выиграл. Здесь теперь мы играем так себе. То есть мы так себе и выигрываем? Я погнал! Пшел нафиг! Не, они выбили. Бима! Ты один! Они не могут даже гол забить! Они не могут! Они просто не способны! Куда они пришли? Что они сделают? Так вот. Ребят, здесь есть ускорение, здесь, да, у нас 30-секундное предупреждение. Здесь есть сальто, здесь есть турбореактивное ускорение. И... Потею! Не то слово! 10 секунд! Они тоже потеют! Не-не-не, я тебе не дам это сделать. Ха-ха-ха-ха! Я сегодня, видимо, на защите в этой игре хорош. Давай. Черт. Нормально. Куча ачивок насыпали просто. И открылась тачка Backfire у меня. Та же ерунда, мне тоже открылась. MVP, конечно же, у нас Маус. Естественно. Я сохраню этот повтор.
Это все-таки первый ранговый матч у нас. И мы молодцы, ребят, мы дождались, мы целых 2 часа, я пока что покину это лобби, мы целых 2 часа, а то и больше ждали, когда поднимутся сервера, они наконец-то это сделали, они поднялись, и мы поднялись, походу, я открыл все тачки в игре. Да, аналогично, у меня тоже все уже открыты, мы можем теперь вообще открывать что угодно. Красавчики, да, и вот Iron Blue, я не помню, видели вы, у меня вот 2 шапки уже открыто, вот такой вот флажок, я, короче, крутой. Я крутой. И я думаю, вам интересно посмотреть еще один режим. А если мы с тобой отправимся в хаос? Тут 2000 человек в плейлистах сейчас ждут своего часа. Я за. Ты же знаешь, я за любую движуху, кроме голодовки. Отлично. И мы пойдем посмотрим, что такое за сражение 4 на 4. Это будет весело. Давайте, кстати, посмотрим, как быстро мы найдем. Это будет самое длинное видео. Наверное. В мире. Игра только-только отрелизилась, и разработчики совершенно не ожидали такого огромного, дикого просто ажиотажа по отношению к их детищу, и у них просто не хватает серверов, ну просто не хватает. Они делают все, что можно, а мы вот все это время сидели, мониторили их твиттер, у нас на часах 2 часа ночи, у нас официально пятница уже наступила, вот, и все-таки дождались. Пиу-пиу, ва-та-та. Пиу-пиу, друзья, к сожалению, мы так и не нашли. Мы очень долго искали, но так и не нашли 4 на 4, поэтому мы возвращаемся в ранговый режим. Тут на самом деле все веселее происходит, если что. И погнали. Воу-воу-воу, это серьезно, ребят, Роман? Походу. Что-то я зря пересел на этот грузовичок, наверное. Слушай, мне кажется, или он неповоротливый? А они тоже на грузовиках? Я, кстати, не знаю, поворотливость его. Но эти чудики, они тоже на грузовиках. Они в декалях еще все, слушай. Короче, надо их разгромить определенно. Раз они такие крутые. Все. Ну, они... У меня грузовичок волшебника. Боковушечкой. Смотри, почти гол. Сейчас. Не трогай. Я специально, ты заорал, я мимо проезжал, все. Отлично, сыгрались. Все, блядь. Так, я погнал, чувак. Я тоже близко. Давай, я на центре, иди. Попытаюсь. Давай. Черт. Вратарь. Вратарь занят. То, чего у нас нет. О-оу. Выбил, выбивай дальше. Нормально, я страхую. Так, сейчас. Я поехал по стенке. Вот так. Фу. Вот. Наверное, зря я это сделал. Чувак. Нормально. А, украли. Чувак, там был гол. Там был реальный гол. Ну, с эти трайхарды, с ними интересно играть. Так прикольно, да. Тем более их будет интересно доказать. Ну, если получится, конечно. Конечно, получится. Роман, проблема, ты меня толкнул! Я тебя не видел, я тебе серьезно говорю. Черт. Ну ладно, нормально, бывает. У меня камера фокусируется на мяче постоянно, поэтому я вообще не видел даже... Да, забил, да, крутой очередь, да, через сальтуху тут. Посмотри на этих, а. На грузовичках такие... Уап! Вот это вот мясорубка просто. Жесточайшая. Не. Да я так вот выбиваю. Нормально. Смотри. Давай. Почти. Ну ты видел, попытка была. Я тут блокирую, как могу. Через соль. Я выбью. Нет, показалось. Ты не выбил. Эти не лошпиндяй. О, я лошпиндяй, все нормально. Вперед! Я надеялся, что ты выбьешь на меня, но... Видимо, ты отказал. Нос чешется, чувак. Мне очень сильно чешется нос. Почеши! Да! Да! Это невыносимо, это еще хуже, чем пытка водой какая-нибудь. Чеши. Я бы гол мог забить, пока чесал нос. Ай, хорошо. Роман, надо ударить, надо ударить, Роман! Иду. Не, ну я ударил. А че? Это все нос. Слушай, да не, ребят, мы просто уже и устали немного. Мы в то время пока... мы в то время пока ждали, реально. Мы уже здесь, в этой игре, находимся около 5 или 6 часов, наверное, где-то так. И тут уже реально начинаешь немножко сдавать позиции. Но
ради зрителей, Турбо, ради зрителей. Мы отомстим. Мы должны сделать рывок. На тебя вышел. Неужели гол? Неужели? Нет. Давай. Ну, мы, ребят, в ранкете играем. Ранкеде, напомню. И это означает, что здесь идет трайха. Я засекьюрил, нормально. Красавчик. Я слева шел, потому что я знал, что не справа. Это камбэк. Нормально. Ты посмотри на этот гол. Теперь мы будем смотреть. Давай. Молодец. Но у него не было шансов. Не было. Ты ближе. Иду. Ух, на центре. Просто выбили вверх. Давай, пока ты. Не-не-не-не-не, промахивайся. Оп-оп-оп-оп-оп-па. Я выбью. На тебя вышел. Давай, выбивай, я поехал наперед. На упреждение. Не получилось. Выбивай на тебя. Почти. Давай, если что, на ударной позиции. Ну! Я тут что там творится? Сальтухи постоянно делаю. Выбил на центр. Вот это уже командно было, кстати. Вот это было шикарно. Ты посмотри. Сейчас. Вот выбивая на центр на тебе, и ты такой просто красавчик на позиции. Ребят, мы до этой игры решили, что если кто-то один рамсит там с мячом, с чуваками, другой стоит на позиции, выжидает. Ух ты ж, ё-моё. Выжидает момент выдачи мяча. Ну, это тактикум. Воу-воу-воу, все происходит. Да я тут вообще набиваю просто, я тебе говорю. Дриблинг. Давай, ты. Нет, я. Заблокировали. Выбиваю. Успею! Ты должен был ждать этого момента. Это был наш момент. Но, ребят, управление здесь отличное и в то же время очень сложное. То есть, оно, знаете, оно такое немножко... Роман, ощущение... твой. Какой мой? Или нет? Я иду. Ну, нормально, отлично. А управление такое ощущение, что иногда вы плывете в воде. Вот такое вот... Как это назвать? Жидкое управление, да? Нормально? Отлично, я журналист. Управление жидкое. О, у меня получилось. И выдача. Ну, если только допрыгает. Так, на перехват. Давай. Я помогу. Я выдал. Воу. Так чё ж ты промахнулся? Я думал, ты ударишь. Я тоже думал. Так, сейчас. У меня нитро закончилось, чувак. Я боюсь сделать сальтухи, потому что если промажу, то это все, нам гол будет. Оо, он не сможет! Добей! Нет. Ну, нормально, отлично. Но ты видел, как я летел, да? Я такой, типа... Это прекрасно. Ну, удар был замечательный. Через пол карты. Красота. Красота. Можно даже сказать, что в девятку. 5-2. Короче, все, мы идем на ESL. Ребят, все. Да. Рамон уже зарегистрировал команду. Почти. Оп! Вот это вот я не прочитал. Ну, я думаю, что... Нормально, отобьемся. Когда мы будем играть, я не буду пытаться смешить или развлекать зрителя. Я буду просто концентрироваться на игре. И тогда сыграю! Черт. Не забывай переключать камеру, кстати, все-таки. Вот это, про это я забыл сказать. Да, тут камера... Можно переключаться, да. Фокус на мяче или... Тысячу дали нам. О, у меня декалька молнии открылась, отлично. Ready паладин тэч. О, мне на паладина дали декальку. Прикольно. 1000 очков Турбо заработал. Ничего себе, за МВП-шечку, похоже, тебе дали. Так но... я сразу в левел апнул. Да, так тебе дали 1000 плюс 1000 за победу нам, походу, еще отсыпали. Обалдеть. Офигеть. Я бы не сказал, что тебе должны были здесь дать 100, потому что такие пасы. Но я не был в зоне. Но было здорово. Чё мне там открыли-то? Декальки на эту машину недоступны. Это отвратительно. До сих пор не открыто. Я пересаживаюсь на паладина. На паладина тоже ни хрена недоступно. Ну, у меня на паладинчике теперь есть одна. Мне на вином открыли молнию, и все. Завидно, на паладине крутая декалька. Блин, я хочу на паладина. Все, буду дальше катать на паладине, чтобы что-то себе открыть. Игра классная. Вот я давно не испытывал таких вот, знаете, эмоций вот в играх, правда. То есть здесь такой ураган, здесь
Здесь экшен, здесь командная игра, здесь удовольствие от процесса, здесь красивая картинка, здесь все очень приятно, очень здорово. Ты как считаешь? Я полностью согласен. Мы тут, наверное, уже весь вечер ловим кайф даже. Вот при условии того, что сервера лежали, мы играли все, каждый в свою игру, но мы тут все, там, мрак тут просто, я как когда зашел в конференцию, мрак тут просто весь рассыпался эмоциями. Я слышал, как он там нагибает. Жаль, конечно, что его с нами сегодня нет, но он будет. Очень жаль, но... Он будет с нами на чемпионате на ESL. Друзья, также скажу вам, что поскольку сегодня пятница, напомню, для тех, кто не понял, пятница, да, мало ли. А завтра у нас суббота, вот так неожиданность. И завтра у нас субботний стрим. Ну, вот об этом многие могут не знать, потому что потихоньку у нас появляется все больше и больше новых подписчиков благодаря совместным играм с другими ютуберами. И я рад вас всех приветствовать. Добро пожаловать в семью, друзья. Для тех, кто не знает, MJ Ramon — это я. Я крестный отец крафт-шоу, так уж сложилось у нас. И завтра в субботу в 6 вечера по Киеву и по Москве на нашем канале на twitch.tv/mjramon, ссылка в описании, будет проходить стрим, где, я думаю, Турбо будет вместе со мной. Я очень на это надеюсь. Я тоже надеюсь. И мы будем стримить эту самую замечательную игру, которая называется Rocket League, ракетная лига. Мы будем, наверное, в ранкедах зависать. Чего нет? Нормально получается. Ну, а может быть, мы как-нибудь получится поиграть со зрителями. Да, или если, друзья, у вас есть Rocket League, то мы с удовольствием и с вами поиграем. Будет здорово. Ну, а на этом уже точно все. Турбо. Шеф, всем пока. Твой ник здесь просто шикарно, кстати, въезжает в эту игру. Да. Да. Турбомышь. Вот, отлично. Учитывая шапки, может быть, тут даже есть голова мыши. Вот тогда ты будешь счастлив вообще. И я, MJ Ramon, с вами прощаемся. До встречи. Пока.